Берем куриную грудку и делаем вот такие надрезы. Вот, не надрезая до конца. Солим. Перчим. Затем насыпаем молотый чеснок. И паприку. Все хорошо втираем. И откладываем в сторону, пусть маринуется. Тем временем нарезаем помидоры и натираем на крупной терке сыр. Форму смазываем растительным маслом. Кладем филе, уже замаринованное, в форму. И смазываем майонезом. Вот таким образом. Сверху кладем помидоры. Вот так. Не солю. А если у вас сыр не соленый, то можете по вкусу посолить. Посыпаем натертым сыром. И отправляем в разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200 градусов. Ну, зависит от вашей духовки время. Готовьте на здоровье, друзья!